Приветствую вас в третьей части по вязанию козика, и мы продолжаем с лапок. Будем делать верхние лапки, поэтому берем ниточку основного цвета и делаем кольцо амигуруми. Я делаю на палец, мне будет достаточно для амигуруми кольца. В него мы делаем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Теперь придерживаем петелечку и стягиваем наше колечко. Каждую петельку мы будем делать по прибавке. То есть в каждую петелечку делаем 2 столбика без накида. Первая петелечка 2 столбика, далее вторая 2 столбика, третья, четвертая 2 столбика, пятая и шестая. В конце ряда у нас 12 столбиков, провязанных вместе с прибавлениями. Теперь будем чередовать столбик без накида, во вторую делать прибавление. Первую провязываем столбик, вторую делаем прибавление. Третий столбик, четвертую делаем прибавление. Пятую столбик, шестую прибавление. В седьмую столбик, восьмую делаем прибавление. Прибавление это 2 столбика без накида в одну петлю. Девятое столбик. 10 прибавление, 11 столбик и последняя прибавка в 12 петлю. 11 и 12 прибавление. Теперь будем чередовать 2 столбика без накида прибавления, поэтому я вам советую взять ниточку коротенькую и отмечать начало ряда. Можете взять другим цветом, можете взять таким, как вам удобно. Итак, первый, второй столбик, третью делаем прибавление, 2 столбика. Снова 1 столбик, 2 столбик, прибавление. И так делаем до конца ряда. 2 столбика, 3 столбик делаем прибавление. Довязали 4 ряд. В конце ряда у нас 24 столбика провязано. Теперь делаем прибавление, чередуя 3 столбика без накида. 4 делаем прибавление. То есть 2 столбика без накида в одну петельку. Итак, 1 столбик, далее 2, 3 и 4 делаем прибавление. 2 столбика без накида в одну петлю. Довязали 5 ряд до конца. В конце прибавления у нас составили 30 столбиков. Теперь 6 ряд и 7 мы провяжем по 30 столбиков без накида. Первый ряд 30 столбиков по столбику в каждую петлю. И второй ряд, то есть 6 и 7. Довязали конец 7 ряда, отмечаем снова начало ряда. И начиная с этого ряда, получается он у нас 8 по счету, будем делать убавление. Убавление мы будем делать точно так же, как на туловище. Смотрите, сначала сделаем в начале ряда убавление, затем провяжем 13 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Дошли до середины ряда, снова делаем убавление и довязываем вторые 13 столбиков, начиная с середины, до конца ряда. Довязали до конца ряда и теперь в каждом ряду продолжаем убавлять по 2 убавочки, делать в начале и в середине ряда. В прошлом ряду мы убрали 2 петелечки, значит у нас в этом ряду 28 петелечек. Мы в этом ряду сделаем в начале убавку, вот так вот, затем провяжем уже 12 столбиков, то есть, как вы заметили, на 1 столбик меньше. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12. И снова делаем второе убавление в середине ряда и довязываем оставшиеся 12 столбиков до конца ряда. 1, 2 и так далее. Убавили снова в ряду 2 столбика. Теперь делаем в начале ряда убавления и провяжем уже не 12 столбиков, как в прошлом ряду, а 11. То есть, как вы видите, убавляется по одной петле с одной стороны и по одной петле с другой стороны. То есть сейчас мы провязываем 11 столбиков. 2, 4, 5 я провязала, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Теперь делаю в середине ряда убавления и довязываю до конца ряда 11 столбиков без накида. Снова делаю убавление в начале ряда, и в этом ряду мы будем убавление второе делать через провязанных уже 10 столбиков без накида. Сделали убавление, чередуем 10 столбиков без накида, снова в середине убавления и довяжем до конца ряда уже 10 столбиков без накида. В 12 ряду уже будем делать убавление в начале ряда и через 9 столбиков без накида. То есть делаем убавление и начинаем провязывать 9 столбиков. Затем провяжем убавление и довяжем до конца ряда снова 9 столбиков. Теперь будем делать убавление в начале ряда и через 8 столбиков без накида. Таким образом, мы с вами будем в каждом ряду убавлять в начале ряда и сейчас мы будем через 8 столбиков, затем через 7, через 6, через 5 и через 4. То есть еще вам нужно провязать до момента убавления убавка 4 столбика убавка. И у вас должно получиться в конце наших убавлений 10 столбиков, вот здесь вот 10 петелек по кругу. То есть убавляете до тех пор, пока у вас не получится 10 столбиков. Это у вас, еще раз повторюсь, убавка 4 столбика, убавка 4 столбика. До вот этого момента делаем убавление. Я думаю, что здесь вам все понятно должно быть. Просто убавляем с обеих сторон, как бы закругляем нашу лапку. Довязали до 4 столбиков и убавления. У нас по краю 10, получается, петелек, то есть такой вот кружочек. Теперь я вам предлагаю наполнить, что я уже сделала. И отмечаем начало ряда. Хотите, можете отсчитывать, как я. Нам нужно провязать 230 столбиков без накида, то есть высоту нашей ручки. Хотите, можете считать с 18 по 40 ряд, то есть нам нужно провязать по 10 столбиков без накида в каждом ряду. То есть 23 ряда. Провязываем столбиками без накида. Я буду считать сразу. 1, 1, скажем, первый столбик, далее второй. Немножечко неудобно будет первый ряд, но вы постараетесь. Третий столбик, 4, 5. 228, 229 и 230. Все, довязали наши 230 столбиков. Наполнять вот эту часть ручки, я думаю, совсем не обязательно. То есть вынимаем маркер наш, так сказать, начало нашего ряда. У меня немножечко она перекрутилась, но это потому, что я туго поворачивала, вязала. В общем, вот эту часть мы не наполняем. А просто сразу делаем 5 убавлений подряд. То есть первое убавление, далее второе убавление, далее третье, четвертое, и пятое, последнее убавление. Сделали убавление, теперь делаем просто воздушную петельку и вытягиваем ниточку. Оставляем ниточку небольшую для пришивания.
То есть, я думаю, сантиметров 10 здесь вполне достаточно. И наша ручка, затягиваем воздушную петельку, готово. Таких детальки вам нужно сделать 2 штучки. 2 лапки верхние готовы, мы их отлаживаем в сторону и приступаем к вывязыванию ножки. Ножка наша состоит из лапки и, так сказать, высоты ножки, там, где у нас, так сказать, коленочки и так далее. Я начну именно с высоты лапки, мне так, честно говоря, пока проще. Делаем кольцо амигуруми и колечко набираем 10 столбиков без накида. Немножечко отличается от нашего стандарта 6 столбиков, набираем 10. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Стягиваем наше колечко, придерживаем последнюю петелечку. Стягиваем аккуратненько, чтобы ниточка не порвалась. И теперь нам нужно каждую из петелечек провязать по столбику, то есть без прибавления какого-либо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Итак, провязали первый ряд и продолжаем точно так же в каждую петелечку по столбику провязывать еще 32 ряда. То есть мы сейчас с вами провязали второй, а нам нужно до 34 провязать. То есть провязываем 32 ряда, то есть 32 ряда по 10 столбиков в каждом ряду, это приблизительно... Сколько у нас получается? 320 столбиков, не приблизительно, а точно 320 столбиков без накида. И мы продолжаем. Я продолжаю вязать, то есть 11 считать. До 330 у нас всего должно быть столбиков. То есть 11, 12, 13, 14, 15, 328, 329 и 330. Делаем соединительный столбик в следующую петелечку и вытягиваем, обрезаем ниточку, оставляем для пришивания сантиметров 20. Вот как раз она у меня заканчивается. Обрезаете ниточку, делаете соединительный столбик и вытягиваете вот так вот в серединку. Я так всегда соединяю ряды. В серединку просто вот так вот вытягиваете петельку. У нас таким образом... ряд, ну, так скажем, стык произошел очень ровненько и его практически не видно. То есть, в общем, наша высота ножки провязана. Наши, так сказать, еще раз повторюсь, высота, вот я вам покажу на примере первой ножки. Вот она наша высота, столбик провязан. И нам осталось связать вот такую вот лапку. То есть мы начинаем вывязывать стопу ножки. Берем ниточку основного цвета, делаем кольцо амигуруми и в него набираем 6 столбиков без накида. Привычные наши. Закрепляем ниточку и набираем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Придерживаем петелечку, стягиваем колечко. Каждую петельку сейчас будем делать по прибавке. То есть в первую петелечку делать 2 столбика без накида. Далее поворачиваем во вторую петелечку делать 2 столбика без накида. Один и сюда же второй. В третью петелечку. Далее в четвертую петелечку. В третью доделываю, второй в четвертую.
один, сюда же второй, пятую. И последнее прибавление, шестую петелечку. В конце ряда у нас провязано 12 столбиков. Теперь будем чередовать столбик без накида. В первую петлю, во вторую делаем прибавление, 2 столбика. В третью снова столбик провязываем. В четвертую 2 столбика. В пятую провязываем 1 столбик. В шестую прибавку 2 столбика. В седьмую провязываем столбик, в восьмую прибавку. В девятую столбик, в десятую прибавку. И последний раз в одиннадцатую провязываем столбик 1, в двенадцатую делаем прибавку. Теперь снова рекомендую взять ниточку или маркер и отметить начало ряда для того, чтобы вам удобно было, так сказать, чтобы вы не считали количество прибавлений, а просто делали, провязывали, чередовали. Вот сейчас мы чередуем 2 столбика без накида, в третий делаем прибавление. То есть вы не считаете количество раз, а просто до конца ряда, как обычно, довязываете. То есть 2 столбика вот и в одну петельку в третью 2 столбика вместе. Снова столбик, столбик, прибавка. И так до конца ряда чередуете 2 столбика. Третий делаете прибавление. Сделали последнее прибавление в ряду. Ставим маркер в начало ряда. И теперь будем чередовать уже 3 столбика без накида. Делать четвертый столбик прибавления. Итак, первый, второй, третий столбик, а в четвертый делаем прибавление. Один столбик и провязываем сюда же второй столбик. Снова 3 раза по столбику. Один столбик, второй и третий. И в четвертую петелечку делаем прибавление 2 столбика без накида в одну петельку. Провязали пятый ряд 3 столбика с прибавками. Теперь у нас 30 столбиков без накида провязаны. Теперь нам нужно 6 и 7 ряд провязать в каждую петелечку по столбику 2 ряда без изменения. То есть 6 ряд провязываете 30 столбиков. И седьмой ряд, то есть 60 столбиков. Я сразу начинаю отсчитывать 60 столбиков. Вы как хотите можете отмерять первый ряд, затем второй ряд. В общем, как вам удобно. Провязываем 60 столбиков или 2 ряда по 30 столбиков без накида. Я довязала 60 столбик. И теперь нам нужно будет делать убавление в начале ряда и в середине. Как вы видите, я поменяла цвет на белый, но это просто мое желание. То есть у меня будет одна ножка обычная, такая вот однотонная, а вторая у меня будет с вот этого момента переходить пяточка в белый цвет. Я не знаю, почему я так решила. Хотите, можете делать однотонные, хотите, как у меня. А я просто жаккардовым способом, то есть вот, как вы видите, меняла цвет ниточки. Через столбик делала. Вот так вот у меня получилось, как косички такие вот двухцветные. И сейчас я буду делать убавление. Убавление мы будем делать точно так же, как и делали на верхней лапке. То есть по бокам с начала ряда и в середине ряда. Итак, делаем первое убавление. Затем провязываем 13 столбиков без накида подряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Делаем с вами убавление в середине. Вот так вот. И довязываем 13 столбиков без накида до конца ряда. Довязали 8 ряд с убавками. Теперь 9 ряд точно так же. Первые 2 петелечки мы делаем убавление. Затем, как всегда, у нас на одну уменьшается, то есть провязываем 12 уже столбиков до следующего убавления. 2, 3, 4. Далее 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11 и 12. Делаем второе убавление и довязываем 12 столбиков без накида до конца ряда. Довязали 9 ряд, в 10 ряду делаем снова в начале ряда убавление. Затем провязываем уже 11 столбиков без накида, затем снова убавка и довязываем до конца ряда 11 столбиков без накида. Довязали 11 столбиков, 10 ряд окончен. Теперь с 11 по 16 ряд, то есть 6 рядов, нам нужно провязать по 24 столбика без накида по кругу. То есть каждую петелечку по столбику 6 рядов. Если мы 6 на 24 умножим, это получается 144 столбика без накида нужно провязать. Я буду сразу считать 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 142, 143 и 144. Теперь провязали мы, получается, наши 6 рядочков. Будем делать убавление, поэтому ставим маркер в начало ряда или ниточку любую, как я вам говорила. Отмечаем начало ряда и делаем убавление. Но будем чередовать так. 2 столбика без накида, 3, 4 убавляем. То есть 1, 2 провязываем просто. 3, 4 за передние стеночки 2 полупетли провязываем столбиком без накида. 1, 2. Затем делаем убавление. 1, 2, убавление. И так до конца ряда. Довязали до конца, убавили 6 столбиков. У нас по кругу получается 18 петелечек, 18 столбиков. Поэтому, начиная с этого ряда, снова делаем убавление, или точнее продолжаем столбик без накида, затем вторую, третью петелечку убавляем. Снова 1 столбик без накида, убавка, 1 столбик без накида, убавка. Убавку хватаем, второй, третий столбик за 2 передние полупетелечки. Таким образом сокращаем их. Сделали еще 6 убавлений, по кругу 12 столбиков. Теперь привытяните немножечко ниточку, высовываете маркер и через вот это получившееся отверстие наполняем нашу ножку. Наполнили ножку и теперь снова подтягиваем петельку и делаем 6 убавлений подряд. То есть первое убавление, далее делаем сразу же второе убавление, третье, четвертое, пятое и шестое. Сделали 6 убавлений и у нас получилось вот такое небольшое отверстие. Можете вдеть ниточку в иголочку, а можете просто, так сказать, стянуть его. Ну, то есть просто вот так вот подтянуть. Стянуть, в общем, вот это отверстие, то есть продеть ниточку через все петелечки и вытянуть его. А хотите, можете просто обрезать ниточку, но подлиннее, то есть не слишком коротенькую, а где-то сантиметров 10-12. Вот так вот вытягиваете ее и продеваете сквозь все петелечки, то есть сквозь первую петелечку вытянули, далее сквозь вторую петелечку, полупетелечку можете, ну то есть как хотите в принципе. Затем третью тоже вытянули, четвертую, пятую и последнюю, шестую. Я беру, захватываю полупетелечки и вот так вот стягиваете. Вот мы затянули отверстие. Теперь все-таки вдеваете ниточку в иголочку. И вот это отверстие нужно вовнутрь. Вот так вот вовнутрь стянуть и вовнутрь спрятать ниточку. Вот я вдела ниточку в иголочку и вот это отверстие теперь уже стягиваю и
так сказать, вывожу иголочку вниз, но перед тем, как выводить иголочку, посчитайте от кружка вот этого, получается кружочек, первый ряд, затем второй ряд, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Между седьмым и восьмым рядом вот так вот выводите иголочку. Вот таким обычным способом. Вот. Вывели иголочку. Еще раз повторюсь, между седьмым и восьмым рядом, то есть от кружка. Вот так вот. Еще раз подтяните так все хорошо. Вот у нас завершен, так сказать, кружочек. И отсчитайте от него, вот еще раз повторюсь, один, второй ряд, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, между седьмым и восьмым. Вот так вот в серединке, посмотрите, чтобы у вас один столбик был в серединке. И вот выводите в одну сторону столбика и продеваете обратно в другую. Но тоже сверху вот здесь вот аккуратненько, ровно посерединке. Продеваем вверх и теперь берем вот эту нашу ножку, высоту которую, она у нас тоже как и ручки не наполнена. И вот так вот, где кольцо амигуруми, захватываем стежком, таким вот обычненьким, будем пришивать, так сказать, с помощью утяжки. То есть вот так вот захватываете и снова вниз, сюда же, где у нас первоначально ниточки вставлялись, вот так вот. То есть благодаря утяжке у нас получается вот такая вот пяточка. То есть, видите, пришивается за кольцо амигуруми здесь наша, так сказать, высота ножки. И здесь утяжка делается для пяточки. То есть вот так вот хорошо утягиваете, подтягиваете. И снова сюда пускаете через, так сказать, всю ножку нашу. Делаете хорошую-хорошую утяжку. Вот у нас получается точно такая же пяточка. На светлом плохо видно, вот на темненьком, то есть получается вот такие вот утяжки. У меня, кажется, ножки разные, так как я эту ножку уже, так сказать, мяла, то эту точно так же помните хорошо, чтобы они у вас были одного размера. Вторую ножку вы будете делать точно так же, как и первую. Утягиваем, утягиваем хорошо, пришиваем высоту ножки, но при этом снизу, так сказать, на ножке вот здесь, вот с этой стороны, так сказать, с внешней, пришиваете только на одном и том же месте. А сверху можете вставлять где-то в боковые части, то есть прицепляете, хорошо пришиваете ножку вот здесь вот по разным сторонам, а здесь выводите только, так сказать, на одном столбике распоряжаетесь. Вот как здесь, смотрите, хорошо видно. Вот утяжка на одном столбике. А здесь пришиваете уже за все стеночки, все как бы, чтобы было все довольно-таки аккуратненько и красивенько. Вот у нас получается благодаря утяжке красивая такая ножка. Здесь у нас отделена пяточка. В общем, вот таким вот обычным способом. У меня ножка будет, так сказать, по цвету различаться. Я почему-то захотела сделать ее беленькой. И хвостик то же самое. Хотела сделать сначала темным цветом, но сейчас так, честно говоря, подумала и захотела светлым цветом. Причем он у меня тоже будет беленьким цветом, а переход в темненький кончик будет. В общем, как наподобие лапка моя. Итак, в общем, ножка наша готова. Делайте вторую ножку по этому же, так сказать, макету видео. Отматываете назад и точно так же две лапки нижние, как и две лапки верхние делаете. Можете сделать лапки со светлыми, так сказать, кончиками. Не с темными, а со светлыми. Тогда будете делать переход на, так сказать, на начале убавления. То есть на том ряду, где мы с вами начинаем убавление. 13, так сказать, столбиков убавления. И в итоге получаются вот такие замечательные ножки. Ножки у нас готовы. Я уже, как вы видите, немножечко вышила, отделила пальчики темным своим цветом, самым, который я брала специально для вышивания, темный джинс. И точно так же лапки
так сказать, верхние. Точно так же вышила, отделила 4 наши пальчика, так сказать, на нижних и на верхних. Итак, в общем, мы с вами продолжаем в четвертой части, поэтому до встречи в четвертой части.